Профессия учитель – уникальная профессия. Она считается одной из древнейших, но продолжает оставаться востребованной и на сегодняшний момент. 5 октября все учителя отметят свой профессиональный праздник. Накануне этой даты педагогов Славянского района поздравили в Доме культуры, куда отправилась и наша съемочная группа. Почетное звание «учитель» в нашем районе носит около 1500 человек. Учителя школ, преподаватели профессиональных и высших учебных заведений, тренеры спортивных школ, учителя дополнительного и дошкольного образования. Всех этих людей объединяет безграничная преданность выбранной профессии. Я хочу вас от всей души поблагодарить вас за этот титанический учительский труд, пожелать вам терпения, здоровья, счастья и благодарных вам учеников. Какой же праздник без подарков? Учителям со стажем и тем, кто только начал свой трудовой путь, директорам школ, одним словом, всем тем, кто свою жизнь посвятил благородному и благодарному делу учить детей, вручили почетные грамоты, премии и цветы. Вы люди, которые отдаете всего себя своей работе. Дорогие коллеги, я искренне желаю вам терпения, мудрости, приумножения вашего педагогического таланта, творческих, одаренных вам учеников, счастья, улыбок, мирного неба. С праздником! Среди награжденных Светлана Коломоец. Более 30 лет она посвятила ученикам школы номер 25. Если я люблю детей, я люблю свою работу, потому что я потом вижу результаты своего труда, когда дети потом через много лет мне звонят, делятся своими радостями. И вот самое лучшее – это, собственно говоря, не награды, а то, что тебя благодарят дети через много-много лет. Светлана Коломоец воспитала не одно поколение. «Приятно, когда бывшие ученики приводят своих деток к бывшему учителю», – говорит она. Педагог помнит каждого ученика, ведь все они становятся родными за время обучения. Любовь к детям 6 лет назад привела в эту профессию и Анну Тютюник. Пошла преподавать, потому что хочется все-таки из наших детей вырастить достойных и уважающих людей, чтобы они также любили свою страну, образованных прежде всего. Праздничный концерт для учителей прошел и в Петровском сельском поселении. Учитель – одна из самых почетных и в то же время ответственных профессий. В руках этих людей самое ценное, что есть на земле – дети. И от того, как их воспитают, какие знания и навыки им дадут, зависит и наше будущее. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».